Россия самая большая страна в мире. Каждый человек, я думаю, он мечтает сюда приехать. Если учиться, это вообще отлично. Потому что это большая страна с очень большой историей, и мне интересно ее узнать. Я приехала из Латинской Америки, из Боливии. Я аспирант, учусь на кафедре разработки нефтяных и газовых месторождений. Пишу статьи с помощью руководителя, участвую в конференциях, потому что университет сам дает эту возможность. И я решила город Тюмень, потому что именно в Тюмени много предприятий, которые добывают нефть и газ. Именно в Тюмени можно построить карьеру. Тюмень очень красивый город. И зимой, конечно, холодно очень, но все равно это прекрасно. Я приехал из Сирии 3 года назад. Всегда сюда на горячие источники ходим. Когда очень холодно, это намного прикольно. Меня зовут Маслис Мтумба. Я очень люблю работать как модель. Всегда разные образы, красивые одежды, красивые фото. Здесь есть много хороших ресторанов, и я первый раз попробовала квас. Первый раз мне понравилось, а потом после видео я думала, можно я попробую еще раз? И потом я думала, вау! Тюмень — это красивый город. Набережная, как все любят, я тоже люблю набережную. Например, здесь мост влюбленных. Мы здесь погуляем с друзьями, разговариваем. Там очень весело прошли такое время. У нас есть хорошие преподаватели русского языка. Они работали с иностранными студентами больше 10 лет. Поэтому они знают, как работать с иностранными студентами. Но я буду говорить, что русский не так трудно. Научил 5 месяцев и потом начал разговаривать. И я знаю, что век живи, век учусь. Эту фразу, наверное, это Владимир Ленин сказал. Меня зовут Федерико Доминьяко. Я из Ганы, это Западной Африки. А я учусь в Тюмени Достроенный университет на Бурине. Я играю в клуб. Там работаю каждую пятницу, субботу, иногда воскресенье, понедельник, вторник, среда, каждый день. Не, я не устаю, потому что это хобби. Мне нормально. Я просто хотел учиться, а папа мне сказал, будет лучше в России, потому что там хорошее образование и так. Мне нравится футбол, потому что мне нравится общаться с друзьями. Когда мы играем, не важно, кто ты, кто он, просто важно, мы команда. В Тюмени люди очень по-доброму относятся к иностранцам. В Тюмени учиться – это круто, потому что есть хорошее образование, хорошие преподаватели. Это хороший вуз, опорный вуз. Тю дадут нас все возможности, чтобы найти себе, получить обучение. И этот город тоже вообще отличное место. Типа, что если ты хочешь делать что-то, у тебя есть возможность сделать. Нет ограничений, вот так. И здесь есть движук. И все здесь нормально вообще.